Почему я готовлю? Потому что покушать люблю. Почему я снимаю? Чтобы вы тоже повторить смогли. Почему я уверен, что это вкусно? Потому что не успеваю готовить. Все сразу сметают. А почему я убежден, что у вас тоже получится? Да потому что у меня рецепты для чайников. Все просто, понятно и быстро. Почему я думаю, что вы будете следить за моими новыми рецептами? Потому что я желаю всем добра, здоровья и хорошего настроения. А еще готовлю с юмором на позитиве. А почему я решил, что именно простая и доступная еда сегодня как никогда актуальна? А потому что еда – это философия. И как сказал древнегреческий философ Сократ, нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Итак, посмотрев это видео, что я вам гарантирую? В основном хорошее настроение, а это уже кое-что. А если серьезно, здесь вас ждет обалденная домашняя кухня для любого застолья. Поэтому подписывайтесь на мой аккаунт и обязательно пишите в комментариях, какие рецепты вы хотели бы увидеть в моем исполнении.